Здравствуйте! Снова рад приветствовать вас на моем канале. Если вы уже смотрели мои предыдущие ролики, и если вы впервые попали, также присоединяйтесь к нам. Я занимаюсь профессиональным ремонтом стиральной шинной техники, и каждому своему объявлению, которое я выставляю на сайт OLX.ua, снимается вот такое короткое видео, примерно 10-15 минут, чтобы вы посмотрели полностью внешнее состояние техники. Потому что у нас эта модель, в принципе, БУ. Да, и на новые также я делаю видео. Ну, то есть, чтобы вы сами все осмотрели, в каком состоянии. То есть, не просто по нескольким фото, а вот полностью с обзором. И здесь также вы увидите, что она работает. Потому что у меня вот такой лежит градусник. Вот сейчас у нас 13,9 градуса. Сейчас мы поместим ее другой конец в сушильную машину, включим и уже увидим, что она действительно работает. Вот, давайте начнем, в принципе, с самого обзора внешнего состояния именно зараз. Вот у нас бункер, self-cleaning конденсатор, то есть система самоочистки. Что собой представляет, думаю, можете найти в интернете, но в нескольких словах скажу, что вода, то есть конденсат, который собирается в бункер, здесь специальный клапан, открывается в процессе сушки несколько раз, и та вся вода, которая была в бункере, сливается вниз по трубке к самому конденсатору, и то есть его прочищает. Потому что все равно во время сушки некоторые ворсинки, да, пролетают сквозь фильтра, резинки уплотнительные, и попадают на стенки конденсатора. Чтобы стенки конденсатора не забивались, вода проливается и прочищает их после, по помпе выкачивается обратно наверх, и уже здесь проходит, сейчас я вам покажу, через еще один маленький фильтр. Вот он здесь у нас. Вот, прочищается, и уже весь ворс, который был на стенках, остается здесь, и мы его можем очистить. Вот такой у нас бункер. Вот так выглядит, все чистенько, целое, естественно. Вот. Вот здесь само отделение, куда вливается вода для парогенератора. То есть очищенную воду, вот видим, Aqua Distill. Сюда вливаем, то есть вливаем только когда включена сушильная машина, потому что вам будет подан сигнал звуковой, когда воды достаточно на, ну, достаточный уровень для использования самой опции пара. Так, давайте еще мы быстро посмотрим внутри ее. Сейчас мы включим, чтобы нам лампочка засветилась. Вот так она включается. Большой TFT-дисплей. Вот. Вот засветилась. Видим, сама форма барабана. Фильтра. Вот один. В него входит вот второй. Здесь также есть резинка. Видим, все там чистенько. Никакого ворса нет. Она полностью проходила разборку. Вот также меры предосторожности, то есть чистим фильтра под водой, можно обычной кисточкой, не проблема. Фильтр один в другой вставляется, только в одну сторону. Сейчас покажем. Фильтра сами целые, чистые. Сейчас, может, получится мне одной рукой расщелкнуть. Здесь нужно нажать. Вот так. Вот видим, все чистое, целое, и обратно защелкивается. Также второй, вот этот проще. Также видим, более грубая фракция сетки, здесь более тонкая. И вот обратно он также скрепляется. Вставляется только одной стороной. То есть с этим вы не попутаете, потому что этой стороной он не станет, как видите. Только в эту сторону и пальцами к себе. То есть вот так. Все, вот там встал. Давайте поместим туда вот такую вот штучку. Вот, закидываем сюда, чтобы держалась. 14,3 градуса у нас сейчас на выходе. Так, и закрываем. Все, 14,3, 14,2, колеблется. Так, давайте мы поставим ее на сушку по времени. Сейчас я программу опции все расскажу. 20 минут пойдет нам. Все, запускаемся. Все, запустили. Сама сушка инверторного типа, также стоит в ней инверторный компрессор. То есть не в каждой модели такое можно увидеть. То есть более, так сказать, топовые разработки. Здесь
вложены. Вот 13,1 градус, а именно внутри 12,8. То есть в самой сушильной машине немножко прохладнее. Давайте посмотрим внешнее состояние, пока она работает. Вот левая стенка у нас. Здесь еще раз полностью пройдемся по передней стенке. Вот окошко Active Air Technology. Здесь также вот наклейка от фирмы Bosch. Вот еще здесь одна. Здесь одна. Достаточно. Также модель Super Silence, то есть экстра тихая. В процессе сушки она работает очень тихо. Даже тише, чем другие модели именно этой серии. Она вот оснащена еще дополнительной шумоизоляцией, инверторным компрессором, то есть он также тише работает. В этом, в принципе, сами можете убедиться. Вот, система самоочистки здесь. Все вот видно. И вот вторая левая стенка. У нас уже компрессор запустился, то есть слышим, что он работает действительно тихо. Само усилие, то есть сушка с напряжением, он также себе выбирает, то есть, так сказать. Иногда он работает более мощно, иногда слабее, то есть это вот такие уже у нас разработки. Вот у нас идет сушка. Так, давайте пройдемся по программам и по функциям, пока она у нас работает, и мы подождем несколько минут, чтобы посмотреть, сколько она набрала градусов. Помним, что было 20 при запуске, вот одну минуту она уже сушит. Так, касательно программ. Хлопок, синтетика, деликатные ткани, быстрая микс вещи, полотенца. Вот слышим, как он более мощно запустился, сам компрессор, вот ближе к сушке. Дальше шерсть, Zed программаром, то есть сушка по времени теплая. Дауны, ну, то есть пуховые изделия, пуховики зимой очень хорошо сушить в ней. Спортивные вещи, экстра курс 40, понятно, экстра быстрая программа 40 минут. Здесь у нас 4 программы под пару, то есть есть программа синтетики без пары, есть с парой. То есть утюг не нужен разглаживать, потому что пропитка идет и вещи не будут сомнуты. То есть также хлопок, деликатная синтетика, бизнес вещи, то есть рубашки, там брюки. Это у нас продувка такая, то есть она программа 27 минут, если я не ошибаюсь. И она просушивает немножко вещи и потом обрабатывает их в конце паром. И автопрограмма. По поводу дополнительных функций. Eco Perfect. Более такая экономная, но дольше будет сушить. Speed Perfect более быстрая, но сами понимаете, что потребление электроэнергии будет выше. Trockenzail. И, ну, в принципе, по этим верхним программам мы пройдемся, когда остановим именно эту программу. И по функциям пройдемся, чтобы вам продемонстрировать, что они собой являют, как они нажимаются, что после этого происходит. Вот у нас еще даже наклеечка, чтобы не забывать, что у нас сушильная машина с парогенератором. А у нас на рынке очень мало, в принципе, похожих моделей. На рынке Украины такие модели вообще не поступали. Нету таких моделей. Давайте мы еще по шилдику пройдемся. Вот мы сюда можем заглянуть. Вот у нас шилдик. Модель ее WTY8873D. Можете также себе посмотреть в интернете касательно этой модели информацию, касательно ее функции. Так, мы забросили градусник, когда было около 12,5, 12,1. Вот у нас уже 15,6, 16,5. То есть видим, что даже 4 минуты достаточно в сушильной машине, даже не 4, а 3, потому что сам компрессор запускается, если мы включили сушку, через минуту. То есть минута проходит, он запустился. То есть действительно 3 минуты программа работает. И уже за это время 4 градуса она набрала. Сами понимаете, что будет через час. Ну, то есть интенсивность, естественно, будет разная, но набирает она температуру очень хорошо. Не очень высокую для вещей. То есть мы знаем, что для вещей большие температуры обработки в сушильной машине — это плохо, потому что они стягиваются. Вот видим, что все действительно работает.
система самоочистки, все это было лично мной проверено. Сушила она меня несколько раз, на разных программах я ее тестировал. Также много раз тестировал ее с парогенератором, потому что были у меня модели именно похожие, Siemens, не Bosch с парогенератором, но система одна и та же. И спрашивали люди, действительно ли это так работает, как говорят, или это более рекламный ход. На мой взгляд, работает действительно хорошо, потому что забрасываем вещи, например, 7-8 килограмм вещей, ставим вот на программу FreeZeit, вот я делал так, например, и включал на максимальный режим пары, то есть там есть низкий, средний и максимальный, то действительно пары было очень много, все окно было в пару, то есть потеки воды даже, и вещи действительно никакой скомканности не было в них. Это я скажу вам, что лично сам проверил, мне очень понравилось. Вот у нас 18,7 градуса, то есть видим, что она работает. Я здесь никак не могу набрать температуру внутри. То есть все работает действительно. Можно ее, в принципе, выключать. Вот у нас сейчас успокоится компрессор. Открываем, то есть все видим, работает. Пишет у нас пауза, двери открыты. Все, и можно сменить себе программу, если вам нужно. Все. Градусник достаем. Сейчас сами увидите, что температура вернется обратно на 13 где-то градусов. Так, что касательно дополнительных функций. Мы поэтому не прошлись. Вот, например, у нас хлопок программа. Эко Perfect забираем. Вот немножко дольше, 20 минут. Speed Perfect, 1:41. Это выбираем интенсивность сушки. То есть сушка под утюг на программе хлопок, сушка в шкаф плюс. То есть на этой программе максимальный уровень сушки. Также в опциях можно поставить количество оборотов отжима на стиральной машине, после которого вы забрасываете вещи. Там, например, у вас 1200, да, вы поставили. Также это деликатная более сушка, включить-выключить. Интенсивность сушки на этой программе подсушку в шкаф плюс, то есть можно выбрать интенсивность к самой функции сушки. Вот такие у нас еще опции. Нитершульц — это у нас после окончания сушильной программы она будет еще перебрасывать вещи время от времени, чтобы они вам не скомкались. Можно поставить 0, можно поставить вплоть до 2 часов. Срочка сушки, извините. И еще есть доп. Функции. Вот зажимаем на 3 секунды. Вот здесь сигнал, по сигналам, язык, автоматическое отключение. Сигнал выбираете тихий, низкий, выключить вообще сигнал или очень громкий. Это тест-сигнал. И также сигнал в меню. Можно также поставить разный. Слышим, как меняется, выключить, поставить минимальный. Зажимаем 3 секунды и выходим с программы, с установок. Вот, в принципе, все, что хотел показать, рассказать касательно этой сушильной машины. Вот такая большая кнопочка, нажимаем, Auffiedersehen, она с нами попрощалась. Вся дополнительная информация, которую не рассказал или забыл, или не вспомнил, касательно этой модели, будет внизу в описании. Также моделью сможете с ней посмотреть, еще дополнительные функции, которые есть в ней, полистать, почитать за саму технологию теплового насоса. Она, естественно, более экономная, чем теновая. Ну, на этом у меня, в принципе, все. Вам говорю спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на сайте OLX Yuan автора, то есть я буду время от времени все равно выставляю новую технику, можете подписаться, может в следующем видео или в следующем объявлении будет нужная вам модель. Еще раз спасибо и до свидания.